тоже. Я откуда знаю, какой? Где? Такой, как у деда было. Ага. Таша, покрупнее бери. Так, это там можно банку с томатом засунуть. Новая модная карточка. Надо еще потом сверху погрузить. Так. Так, мне один надо было вот. Банку. Ой, вот это а вот помидор сверху... банка ваша сейчас осталась, да? Наша осталась? Ну, да. Не доставал ты, Свете? А, да, я приносила. Ну, а, и огурцы вот это ж наши с перцем. А, ну мне хоть огурцы туда. Установись. Установись. Лапой трогает. Давай, напряг. Вот рисунку можно купить. Этот мешок доставать, этот свет у меня еще. Да, рисунка ваша. Сумку туда, да? Проложила. Да. Газета, газета перекладывает. Прошел машину. Так какую понабирать? Большую. Какую? Кого набирать? Это где? Блин, нам сажать. Че? Капуста, это какие-то свиньи. И вот этот мешок. Да, и там сейчас туберкулез. Ну, что там уже это? Пакет. Пакет вынеси на капусту. Кто-то ходит. Кто-то ходит. Свинек такой вот этот цветной. Возьмешь что вот эти кипы? Так, Ваш, ты еще картошку собрал. Кого возьмешь? Тут ведро вот свободно сверху. Вот этот. Маску сделаешь. Рулет я вам. Что там еще? Батарея уже в красной зоне. Заряжать.
Мы давай ей, чтобы она хорошо вытра ей рожу. И рожу. Ты знаешь, не признаешь Женьку. Вот ты ж... Куда? Куда понимаешь ты? Ой, ё-моё, я за ведром сидел туда, твою мать! А шо ты нагадал? Бегаш. Рожу вытра ему. Да. Все, успокойся, никто его не трогает. Женя, все, и сразу выходь. Ведро поставь, я потом помою. Успокойся, никто его не трогает, твоя цуциня. Скворцы прилетели ворот. Толстопуза. Уже угали. И он орёт. Скворцы прилетели. Видели, он скворец не сдал дядя в доме. А? Где? О. Там они не живут. Вам не кажется, что чем-то в салоне запахло?
А тут котлеты. Котлеты, я не знаю. Да, котлеты же едут, потому запах котлет нет. Сразу с того начала. Oh,
этого.